На платформе TikTok стал вирусным ролик, где олененок плюет в лицо девушки. Такая популярность пришла к Юлии Маликовой, фотографу из Минска. Накануне она выложила в сеть видео из парка животных Deprice в Барановичах. На ролике олененок, подойдя за угощением к девушке, плюет ей прямо в лицо. Тут же за кадром раздается смех. Видео собрало без малого 2 миллиона просмотров и свыше 60 тысяч лайков. В комментариях некоторые пользователи выразили сочувствие Юлии, а кто-то назвал ситуацию забавной.